Да, вот такую вот заготовку мы сделали. Сейчас будем рисовать сердечко внутри клеем, а потом посыпем солью. Да. Да, давай, блин. Сып клеем. Не, клей. Клей давай. Клеим клей внутри пока. Да, клеим внутри красиво. Да, за линии мы не выходим, правильно? Да. Да, мимо не надо рисовать. Ой, как красиво. Сердечко ты рисуешь. Ты художник, да? Да. Умница. Вот, можно любые формы рисовать, фигуры, рисунки, все, чего душа пожелает. Чего? Да. Так как у нас был недавно день Святого Валентина, мы нарисуем сердечко. Бабушка, давай вот здесь вот еще нарисуешь, а то видишь, вот. Да, не нарисовали. Бабушка, забуду, да, рисовать? Да. Да, правильно. Умница. Умница. А теперь берем соль. Вот. Да, и по чуть-чуть сыпь. По чуть-чуть. Да. Ну ты везде, везде сыпь, да, везде. Давайте, мама поможет, тут вот комочек. Вот, тут вот тоже. Вот, подожди, немножко пока хватит. Сейчас, давай чуть-чуть вот поправим. Ладно, вот так. Давай еще чуть-чуть вот сюда. Эй. Ты видишь, много слишком получилось. Надо вот так вот расправить. Вот, внутри, внутри, да, надо. Хватит, а то мы тут уже нашкодничали, да? Да. Вот, мы тут чуть-чуть вот поправим. Да. Это должно быть вообще равномерно. Но неплохо. Да, тут чуть-чуть поправим. Да. Мы высыпали вишни, и вот такая красота получилась, да? Вот, ну да. Что, бери, говори. Днем Святого Валентина. Давай. Святого Валентина. Ай, молодец. Ну все, скажи всем пока. Пока.